Жития святых, святителя Дмитрия Ростовского, месяц юлий, вторый на десять день. Все чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. Страдание святых мученик Прокла и Илария. Сие святые мученицы Прокл и Иларий бяха от предел града Калипта и же близ Анкирий в царство Троянову от Максима и Гемона за Христа мучени. Первый яд бе из цветы Прокл, и к самому царю в странах тех тогда бывшему приведен, и желези окован, и в темницу вовержен. Его же испытав цар и не повинующа си злочестивому велению обред, предаде Максиму и Гемону на мучение. Максим же на судище седши представи на истязание узника Христова и вопроси глаголя. Кой го рода еси? Он же отвеща. Род мой Христос есть и надежда моя Бог мой. Рече и Гемон, тако ми бози, не пощажу тя. И пак и вопроси. Весели заповеди царские всюду предложения, да все християни приносят Богом жертвы. Отвеща святый. Слышах заповеди беззаконных, я же положиша на соблазн многим, себе же на погибель. И Гемон рече, царя ли укоряеши, и закона его хулит и смееши? Не видиш ли предлежащих тебе муку каянни? Отвеща мученик, твори е же хощеши, аз бо не пожру Богом твоим, ни бою се мук убивающих тело, а не душу. Добре е же ест бояти се Бога паче, неже человеков. Глагола и Гемон. Избери себе, о человече, или живот, или смерть. Себо видиш и стоящее мучилищное древо, тебе ради уготовано е, я же к мучению орудие предложенное, и ждем ответа твоего, что изволиши. Отвеща Прокл святый. А ще вы бойте се преступите заповед царево, да не впадете в маловременни муки, коль ми паче мы, християни, боим се преступите заповед Божию, да не впадем в вечни муки, я же уготова Бог наш тем, и же отмещут се Его, и кланяют се Богом вашим ложным, и же в будущем суде предани будут с жрущими им на некончаемую погибель. Рече Гемон, уже ли и боги наши укоряти дерзнули си, но глаголите, яко и нехотяща сотворюте и изповедате тех величество. Отвеща мученик, надею се на Бога моего, яко прежде даже тъй убедиши мя, изповести боги твоя, аз скорее сотворю тя да пред всеми вои и слуги твоими, и нехотящи сповеси моего владейко, и напишеше твоею рукою, яко истинен ест Бог, Бог грешно го прокла, и нест ин кроме его. Тогда разгневав се Гемон повеле на училище повесите мученика нага, и камен тяжек привезати к ногами го, и ногтми железными драти плоти го. И мучен бъй в тако надол зе прокл святый, терпяше доблественно, ничтоже глаголя, точию к небеси взирая. Та же снятый с мучилища блюдоми бяше в узах. Посем иде и Гемон ко граду Калипто, повелев и мученика вести за собою, и ведомый бъй с цвета и нужно при коних скоро текущих. Бъйвшим же им яко в пол пути, помоли се мученик велигласно к Богу глаголя. Боже мой Иисусе Христе, Его же ради стражду ведомый с поруганием у двоев сих. Послушай мене днес, раба Твоего, да прославите имя Твое вовеки. Простри всесильную руку Твою и удържи беззаконного и Гемона сего, и не попусти ему путешествовать и донде же изповест пред людьми сими, яко нести наго Бога, кроме Тебе. Тако святому помолившуся, внезапоста и Гемон на пути аки связан. Нико не боего поступити можаху, ниче сам с места двигнути ся невидимою силою Божией удержимой. Сташе же и все вои с ним, и удивляху се таковой чудесной вещи. И долго труждаху се биюще кони и иные в колеснице и Гемоновой применяюще, и многие припрягающие, и колесницу влещи нудище ся, и ничто же успеша, ни самогой Гемона с колесницей сняти можаху. Бяше бо колесница аки гора недвижима, а и Гемон на ней аки пригвожденний. Тогда и Гемон к сущим с ним рече, видите ли предивную волшебную силу християнина того хитрого, что нам сотвори? Все с места не можем поступити, но вспять идем. Послал бой Гемон единого от слуг своих именем Ермия к мученику далече со зади бывшему глаголя. Что се сотворили си, установив нас среди пути твоим волхвованием?
Ја вест, јако бојасиш доштихте во граде мук, сију козн сотворили си да неведен будеше туда. Светејже прокол рече к слузе и Гемонову. Жив Господи Бог мој, јако не имате двигнути се с места туго, донда же и Гемон исповест име Господа мојго и Иисуса Христа, јако же и прежде рекох ему. Глагола Ермий. А ще исповести Гемон име Бога твојго, среде пути стоя, то како тъй имаше услышати или уведете толико далеч от него сей? Глагола мученик. Да напишете Гемон изповеданието на хартии и послед мне. В той час пойдете по тем вашим во град Калипт. Възвратив се же Ермий, сказа словеса мученикова и Гемону. Той же и нехотящ, настоящ и убедо и принужден, взем хартию написа. Изповедаю, яко един ест Бог истинный той, и го же прокъл почитает, и не стена го Бога, кроме того. Тако написав и Гемон, посла хартию к мученику. И абие двигнуше се кони и вои, и пойдоше со и Гемону в путь им предлежащи. Достигши же до града Калипта, седе и Гемон на судище и представив света го прокъл, рече к нему. Тъй всю силу волшебства твоего на нас показали си на пути. Аз же зде покажу на тебе моя я власть и силу, и ако же тъй принудил ме си изповести Бога твоего, сице аз принужду ти да изповеси нашия боги и принесеше им жертви. Торек повеле принести свеща и горящия и жещия го по чрево и по ребрум, и толико жжен бъй смученик, яко всей плоти го огорети. Он же ничесо же нетерпеливо показуя, молчаше аки в чуждем тели си терпя. И глагола к нему и Гемон. Не брежеше ли умуках? Отвеща святей. Осих не брегу, вечних же боюся. Пак и рече и Гемон. Покориши се ли Богом нашим? Отвеща мученик. Покоряю се Христу, пребивающи му вовеки, той боя с надежда моя. Рече и Гемон. Хощеш ли зле умрети? Отвеща святей. Аз ще и умру, обаче пак и жив буду. Тогда и Гемон повеле войном извести его вне града и на древе разпенше со стреляти его стрелами. Поемше же войни мученика глаголаше ему. Послушай нас и пожири Богом, и аби изцелят те изкусни и врачи от язв, и великим саном почтен будеши. Отвеща страстотерпец. Аз сан имам на небеси, им же ме почтит Христос, Бог мой. Вы же престаните льстите мя, но творите повеленно е вам. Тако им глаголющим и грядущим, сред их на пути муж млад имене Миларий, племянник прокала Светаго. Бяше бородна го брата сейн. Той притек поклони се дяде своему и лобайзаше се оба и взиваше Иларий. И аз християнин я съм. Войни обоемше Илария предаше туго в темницу, а прокла Светаго на место смертно е ведоша и разпяше на древе и напрягаше луки своя стреляху в него. Страстотерпец же приемля многия по всему телу своему стрелы, моляше се к Богу глаголя. В руце твои предаю дух мой, избави ме Господи Божи истини. И тако преклонь главу предаде дух. Скунча се святей мученик прокъл месеца Юлия во вторий надесет ден. Верни же отей вземше честнее его мощи погребоша. А святей Еларий в темнице седя пояше. Возлюблюте Господи крепости моя, Господ утверждение мое и прибежище мое, и прочее псалма туго. Уснувши же ему яви си ангел Господин в видение глаголя. Можай се и крепи ся, аз боя съм с тобою, послан от Бога к тебе укрепляти тя. В третий же покончине прокла свята го ден, изведен бе стилари и святей на изпитание, и вопроси его и Гемон глаголя. Християнин ли е си? Отвеща мученик, воистину християнин я съм, яко живе с род мой в християнстве бяше и все Христа чтуще скончаше ся. Тогда и Гемон изпълни се ярости, повеле нага на мучилище повесите мученика и бити жестоко на долзе. Та же осуди его на смерть, повеле влещи за три побрища от града и там отсещи ему главу. Войни же связавши мученик у руце, повергоше его на землю и обцепивши того за нозе повлекоша, а мученик влачима и пояше. Основание го на горах святых, любит Господь врата Сиония, паче всех селений Яковлих. Раздробляше се же плоть мученика влачима и земля обагряше се кровью, и когда бяха от града за три поприща, обнажи спекулатор меч, святей же помоли се к Богу глаголя, Господи Иисусе Христе, приеми дух мой, и усечен бъйст во главу. Скунча се святей мученик Иларий месеца Юлия в пятый на десет ден,
в третий же по кончине святаго Прокла. Повержено же бъйст тело Илария святаго на том месте, и деже бяше обезглавлено. И пришедше верни нощию, взяше оное, и вкупе со святим Проклом в земли положиша, славещи Христа Бога со Отцем и святим Духом славима го вовеки. Амин. Конец жития святих мученик Прокла и Илария.